Друзья, всем привет. Вон тут уже с утра трудятся шмель, пчелки. Ого, их тут много, если прислушаться, тут целый рой. Классный кустарник, обалдеть. Тут тоже массово расцвел. Обалдеть. Так же ж массово и пахнет. Прелесть. Вчера срезал 3 веточки, маме отвез. Поставила в воду, тоже балдеет от запаха. Тут вчера была трава. Такое все. А сегодня порядочек. Петуньки мы посадили. Самшит. В общем, поглядим, как будет дальше. Спят кто где. Люся. И тут царь на сене. Как спалось? Сэмик кайфует. Так, надо его сдвигать отсюда. У него уперся спиной в синенькие. Сэмик, идешь гулять? Нет. Сегодня, наверное, сделаем затеняющую сетку, поставим сюда, чтобы не полить листья солнцем. Подвяжем их и будем ждать урожай огурчиков. Пожалуй, надо будет сегодня собрать клубничку. Друзья, как пахнет, а? Вот присел возле клубники. Такой запах обалденный. Большая он какая. Ну да. Надо собрать, покушать. Сейчас я иду съем. О. Отключу, чтобы не дразнить. Вкусная клубничка, друзья. Бредут коты. Сэм. Люся. И Маня замыкающая. Маша, шевелись, они наетые. Маша толстая. Сейчас вам сверху покажу ее пузо. Оно уже отсюда видно. Круглая кошка. Мама родная, Маня, ты кого съела? Да, упитанные коты. Идут троица. Ладно, пойдем и мы. Друзья, кукушка с двух сторон. Одна впереди меня, а другая сзади. Интересно, что одна замолкает, включается вторая. Может, они как-то там между собой общаются. Надо потихонечку подходить. Утки тут. Ага, вот они тут рядышком. Ну, они сейчас собаку видят. И поубегают. Вкусная водичка. Да, дома не такая вода. Здесь вкуснее. Полная налитая мыска. Не, тут вкуснее. Ну ладно, вкуснее так вкуснее. Вот черепаха выплыла, если вам видно. Торчит голова. Ух, они такие шустрые в воде. Уточки плавают хаотично. Уже более-менее тепло на улице. По ночам где-то около 14-15 градусов тепла. Поэтому я думаю, сейчас в рост пойдет быстрее. Помидоры, огурцы. Будем наблюдать.
коты не захотели идти дальше. Ну и ладно. Вон там тоже есть маленькие-маленькие птички в углу. Ладно, не будем пугать. Пойдем, друзья, заварим кофейку, попьем и будем делать добрые дела. Работы много в своем доме. Кто живет в своем доме, тот знает, работа всегда найдется. Маша решилась пройти. Шо, Маша, сало пошла раструсить свое. Шо ж ты сила такое, а? Или кого-то. Так, ладно, друзья. Всем хорошего дня. Всем мира, добра. Всем пока.